сейчас любим кататься на поезде. Мы едем дружно, потом мы разговариваем. Когда мы ходим в столовую, я его жене говорю, что у тебя все хорошо. Он говорит, да, у меня все хорошо. Вот так и живем. Два брата, Сережа и Кирилл, в детском доме «Малышок» уже 2 года. Сереже 5 лет, а Кириллу 6,5. Из-за разницы в возрасте они воспитываются в разных группах. Но в те редкие моменты, когда им удается побыть вместе, он, как сказал Кирилл, любит кататься на поезде. Только поезд этот не совсем простой. На нем вместе с братьями едут и бабушка с дедушкой, и даже папа с мамой. Наш паровозик едет домой. Кирилл, он как старший брат, ответственный за своего маленького брата, помогает ему во всем, на прогулку водит его гулять, потому что они и в разных группах воспитываются. Когда они встречаются на улице или в столовой, он сразу к нему бежит, берет его на руки, ну, старается больше времени проводить с ним, когда удаются такие минуты, уединиться им вместе. Как и все дети, братья любят мечтать, только вот у детей из детского дома, кажется, все мечты и мысли сводятся к одному. Мы сейчас же в доме кушаем сладости, ночью спим хорошо, сейчас спим. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Всю информацию по усыновлению Кирилла и Сережи вы можете получить по телефону 55 81 61 55 70 80.